Приветище, это Fall Guys, игра, которая покорила много сердец, где мы боремся с 60 другими игроками за единственную корону. И сегодня мы эту корону попытаемся урвать. И, кстати, зацени мой скинчик дракончика. Я знаю, что у некоторых он уже есть, и у кого-то там уже другие крутые скины, эпические, но я новичок. Это вторая моя игра, первую, если ты не смотрел, обязательно посмотри. Но мы начинаем. А, и да, пока я тут лечу, не забудь поставить свой лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, это очень важно. Итак, первое испытание в наших больших игрищ — это недетские качели. Все просто, бегите по качелям, стараясь на них удержаться, чтобы добраться до финиша. В принципе, нужно балансировать. Ух ты, посмотри, какие тут яйца Фаберже, какие пухлиши. Медведи, волки, помидоры, кого тут только нет, каких... Ой, вот это начало! Вот это серьезно! Это просто фейл из фейлов. Так, подождите, я подожду, а тут, наверное, подожду, ага, хорошо, прыгаем, не-не-не-не-не-не-не, есть, мы в победителях, 100%, хотя впереди толпа такая бежит, что, возможно, я и не попаду, нужно быть в 38 выигрышных, а я, походу, бегу, то есть, вот, зря я, наверное, сюда прыгаю, да, мы сейчас перевесим, но я держусь своим попенцием и давай, я вывезу. Есть! Мы вывезли. Отлично. Кажется, я в победителях. 100%. Запрыгиваем сюда. Прыгаем, наверное, на фиолетовенькую. Ага, потом на синенькую. Да что ж такое-то? По головам тут прыгают. Потом на синенькую. Да ёкарный, сейчас падать будем. Фиолетовенькую. Ништяк, мы близко. За кого-нибудь схватиться, что ли? Или кому-нибудь штаны опустить, если было бы это возможно. Но, к сожалению, невозможно. Надо. Ну, зацепиться я могу, в принципе. Так. Я близко. Вон, финиш. Финиш, ты видишь его? Я уже там, мысленно. Сейчас. Вот сзади меня мчится какой-то желтенький чувачок. Вон он. Это медведь. А, это боксер. Но я первый. Нет, я седьмой. Но все равно я выигрышных. Ну что ж, нас осталось 38 пухлишей. Даже 37, смотри-ка. О-хо-хо. А следующий раунд это идеальное совпадение. Здесь все просто, нам нужно встать на ту картинку, которая будет отображена на большом экране. Сейчас эти маленькие картинки будут отображаться на этих маленьких квадратиках. Вот, нужно запомнить их расположение. Так, тихо. И главное не свалиться здесь, не попасть в щель. Вот здесь вот у нас апельсинка, там персик и вроде бы все. Два фрукта. Ага, отлично, апельсинка и персик. Смотрим, что упадет у нас на экране. Так, тихо, не толкайтесь. Апельсинка. Отлично, мы стоим на апельсинке, так что нам ничего не грозит. Мы в победителях. Никто не встал на персик. Это значит, никто не вылетел. Здорово. Теперь у нас появился банан и арбуз и, по-моему, виноград. Да, виноград. Так, запоминаем. Виноград. Здесь персик. Арбуз там. Все. Я думаю, что я не профукаю. Что нужно? Виноград у нас вот здесь. Ага. Мы встали. Ух, сколько слетело-то, а? Отлично, это нам на руку. Так, значит, арбузик, персик, вишня. Банан рядышком и апельсин вон там. Все, я запомнил, кажется. Я запомнил. Вишенка, персик, арбузик, банан. Там виноград вдали от нас. Че выпадет? Персик. Твою ж налево. По-моему, он здесь. Куда прыгает толпа, там и персик, да? Все логично. Один чувак, двое там, он спаслось. Вы прошли, отлично. Ништяк. Этот уровень мы прошли. Пока идем очень классненько, здоровенько, я бы даже сказал. Посмотрим, сколько осталось на всего. Из 31... О, было же 37. Теперь же 31. Один выбыл. Нифига себе. А теперь на наших... В больших игрищах тесная вечеринка. Держитесь подальше от стен и оставайтесь на платформе. Ну что ж, я постараюсь это сделать. Все-таки я динозавр. Я должен вымереть последним. По крайней мере, от метеорита или от ледникового периода. Главное, чтобы меня тут не толкали. Ага, здесь. Все хорошо пока. Еще есть вероятность, что меня тут могут столкнуть с этой платформы. Надо заглядывать вот так вот туда и смотреть, что тут. Опа, еще, да? Как я кувыркнулся, так классно. Могу зацепиться за кого-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, скорее сюда, помидоры, не мешайтесь мне. Томаты вон, смотри, какие красненькие. Я бы такой томат сожрал. Теперь в серединку. Кактус тут еще тоже он носится.
Мне бы не уколоться об него. Посерединке стоим. Я сейчас кого-нибудь возьму, блин. От... Мешкаются тут они. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скорее сюда, сюда, сюда. Да не мешайтесь вы. Вот так вот. Голубь почти слетел, но не слетел. Теперь сюда. Фух, отлично. Динозаврики могут. Могут. Что там дальше? Опять трамплин. Прыгаем. Кия-кун-фу. Я-я-я-я, перепрыгиваем. Фух, я думал, сейчас меня зацепит, и все. Это будет конец нашей карьеры в больших играх. Динозавр не победит. Квадратик. Трамплин. Теперь в сторону. Давай, 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 давай. Есть. Теперь сюда. Начинает все ускоряться. Эти балки так и хотят и норовят скинуть всех пуклишей. Но мы же не фигом деланные, да? Правильно? Тихо, не толкайтесь, ребята. Вот кто будет толкаться, тот быстро свалится. Ой, какая щель. Какая щель-то была маленькая, но мы управились. Так, спокойненько, спокойненько перепрыгиваем. Никто не хочет проигрывать. Все хотят оказаться в финале. Битва за корону все-таки. Корона — это ценный приз. Блин. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что тут начинается? Время 4 секунды и... Мы в победителях. Отлично, мы прошли. Раунд завершен. Итак, посмотрим, сколько осталось на финишной прямой. 23-27. Ой-ой-ой, 14 игроков. Осталось меньше половины. Игра в мяч. И это командная игра. Зарабатывайте очки, забивая мяч в ворота соперника. Чтобы победить, нужно играть в команде. Ну что ж, я постараюсь это сделать. С нами боксер, жестяная банка, скорлупа. Так, погнали. Погнали, ребят. Я буду отбивать вот этот мяч. Все остальные пускай там играют. Пошел вон. Я сейчас тот же мяч забью. Так, где там? Наши ребята держатся. Молодцы. Я буду один. Ай-яй-яй-яй, ребята. Мяч. Контролируйте мяч. Не дайте забить. Черт. Отлично. Пока идем хорошо. О, хороший момент. Хороший момент. Ну же. Давай, последний. Я сейчас забью, забью, забью. Да что ж я сам чуть в ворота не залетел. И там у нас тоже близко к воротам мяч. Господи. Нет, синим нельзя давать забить. Должны мы победить, иначе мы вылетим. Вся наша команда будет в пролете, не в выигрышных. Так, схватить бы кого-нибудь. Так, я еще бью. Есть, гол! Наша команда ведет, отлично. Давай, давай, давай. Ну же, голова моя не сработала. Хотя... Черт подери, так близко, ребята, забейте этот мяч, забейте. Ах, промахнулся. Ну, на самом деле, это было далеко. Ой-ой-ой, пацанчик, держи этот мяч, не дай его забить. Ёкарный, нет, только не это. Я туда отбиваю, я сам забил свои ворота, господи. Простите меня, ребят, простите, я очень виноват. Это фейл из фейлов. Но я этому мячу не дам забиться. Не дам забиться этому мячу. Пока идем 1-1. Так. Ребят, забивайте, забивайте. Яйцо может залететь. А может и не залететь. Так. Надо. Вот так вот. Я сейчас вывезу. Мне нужно отыграть свой забитый мяч. Ребята, давайте, забейте либо яйцо, либо мяч. Давай, давай, давай. Ну же, близко, 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 близко. И гол. Правда, не мой, но гол. Все же. Осталось 39 секунд. Падает мяч. И ух ты, как это было классно! Хорош, хорош. Мяч выпнул помидор, красавчик. Ух, как все близко возле наших ворот. Есть! Держи мяч, не даем забить его, не даем, ни в коем разе. Пока что мы в центре поля, 9 секунд. Я бегу за этим мячом, буду вратарем хорошим, не дам забить его. Вот так вот. Не-не-не-не-не, нельзя забить. И вы прошли. Отлично, отлично. Если бы не я, мы бы сыграли в сухую. Но ничего, у каждого бывают фейлы. Итак, финишная прямая. 7 игроков, в числе которых я. Получится ли у меня выиграть корону? Сейчас мы это узнаем. Покорение вершины. Последний раунд. Доберитесь до вершины раньше всех и схватите корону. Ну что ж, попробуем, попробуем. Вот она, наша золотая коронка. Помидор и жестяная банка. И боксер. Так, побежали. Как можно скорее. Смотри, там полетели шарики. Нам нужно где-нибудь сейчас тут встать. Я запрыгнуть могу? Оп, прячемся. Да блин, я не могу здесь запрыгнуть. Вот это фейл.
Угу, тихонечко, тихонечко. Но я уже в пролете, походу. Потому что я отстающий. Очень отстающий. Господи, вот это фейл. В финале так опрофанится. Так, шарики уже перелетают. Не долетая до меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да что ж такое, это вы были. Черт, я так близко был. Пацанчик, боксер схватил корону. Эх. Ну что, поздравляем его, а я еще раз попытаюсь. Что ж, попыточка номер два. Итак, мы сразу же начинаем со второго раунда, потому что первый был повторяющийся, мы уже играли в него. И этот раунд называется «Барахольщик». Удерживайте мячи на своем поле, чтобы заработать очки как можно больше. Ну что ж, мы команда золотых, если это можно золотыми назвать. По-моему, команда... Ну да, золотые. В тени смотрится как команда говёшек. Так, хватай мяч. А, его не хватать, нужно его забивать. У нас есть, у нас есть, у нас есть. У нас есть, нет, это наш будет мяч синий. Вы что, борзели что ли? Мы первые урвали его. Кто первый, тот и съел. Ух ты ж, блин, он сейчас на красную территорию улетит. У нас было два мяча, а теперь уже не одного. А, нет, два, до сих пор два. Но у красных три, у синих два. Блин, сейчас мы у красных стырим вот с этим волчонком. Давай, погнали, погнали. Хоккея, как я с ноги дал. Еще разок. Давай, выпинываю. Помидор стоит посередине, что-то в ауте. Что-то у него не так. Синие хотят урвать у нас. Ох, вы негодяи. Я выпинывал, а синий урвал. Так, давай, 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 ребят, 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 давайте забиваем нам. Нам нужно. Я умею забивать себе. Так, один. Почему я только что забил первый шар? Где все? Команда у нас что-то не хочет выигрывать. Вообще категорически не хочет. Вот красный. Возле меня красный. Но я не в ту сторону его забиваю. 30 секунд осталось, и мы сейчас будем в проигрыше. Если я, конечно, не вывезу этот раунд. Два мяча у нас уже есть. Так. Там у нас один тоже в ауте стоит. Давай, забивай. Красный надо выбить. Куда ты его прешь? Давай, 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 давай. Да что ж ты будешь делать? Красный негодяй, как стоит-то. Как вратарь. Не дает забивать. Один забейте хотя бы. Один. И вот этот красненький еще надо. Есть, 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 есть. Нет, нет, нет. Забиваем, забиваем, забиваем. И... Да что ж такое-то, а? Еще 13 секунд дали. Потому что была ничья, нужно... понять, кто победит. 9 секунд, ребята, забивайте, забивайте, господи, сколько у синих мячей. У синих отбираем последний мячик. 0 у красных, 1 у красных. Еще дали время, еще дали время. 14 секунд. Сейчас попытаюсь урвать мячик, пока меня никто не видит. Ребята, я тут пошалю, ага. У красных 0, это здорово. То есть мы сейчас выиграем. 1 секунда, все, мы в финале. Но синие, конечно, молодцы, больше всех мячей урвали. Мы выигрышных. Вся команда красных вылетает, остается 26 игроков. И снова нам попалось идеальное совпадение. Уверен, что я здесь выиграю, поэтому можно этот раунд пропустить. Ну и как это было ожидаемо, раунд этот я прошел. Из 24 игроков осталось всего 24, вот это да! Никто не выбыл. Такого еще не было на моей памяти. А следующий раунд у нас называется «На грани». Не наступайте на ложные плитки и найдите скрытый путь к финишу. Здесь самое главное держаться где-нибудь в конце или в середине, чтобы первые идущие они падали вниз, а ты прокладывал путь. Так, что ж, подождем, подождем, потому что все равно рано или поздно все начнут падать. Бежим вперед. Так, тихо, не скидывайте меня, не скидывайте. Все толкаются, все хотят выиграть. Так, так, так. Где-нибудь надо в серединке тут. Угу. Бежим, 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 бежим. Есть! 10 из 14. Раунд завершен. А теперь финалочка. Мы снова подобрались к короне. Из 24 осталось 15. А как 15, если в том раунде можно было 14 выиграть игрокам? Странно. Кто-то прошел по блату. Наверняка. Финальный раунд. Покорение вершины. По-моему, это тот же самый финальный раунд, в котором я проиграл. Да, доберитесь до вершины раньше всех и схватите корону. Блин. Ну, здесь, конечно, сложновато очень выиграть. Нужно быть первым. А я во втором ряду. По-любому, я буду не первым. Ну что ж, погнали, что? Я помню, когда я выиграл золотую корону, я был рад. И финальным раундом была... плитки. Когда ты встаешь на плитку, она отваливается, вниз падает. Так, хорошо, пока держимся. Ага, 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 я пойду здесь. О, ништяк.
Ништяк, хорошо идем. Теперь пойду вот здесь. Угу. Бегу, 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 бегу. Главное, чтобы шарик мне не прилетел по башке. Так, одного сбили, отлично. Так, где? Ай-яй-яй. Отлично, отлично, хорошо идем. Вставай, вставай. Мой. Черт, нет. Вон тот голубь выиграл. Да что ж такое-то? Так хорошо шли. Победа была близка два раза, но, увы и ах. Итак, это четвертый раунд. Все предыдущие я не показал, потому что они повторялись, а тут что-то новенькое, посмотрим, получится ли с третьей попытки мне получить корону. Итак, мы синяя команда, нам нужно докатить как можно быстрее наш шарик к воротам. Что ж, понеслось. Давайте, ребята, мы толкаем. Будем нитро подавать. Пока у нас все хорошо получается, мы лидируем, обалдеть. Желтые сравнялись с нами, это очень нехорошо. Потому что они могут нас обыграть. 47%, отлично. Есть! Мы почти у финала. Ах ты, посмотри, какие негодяи желтые-то, а! Что творят, а? Что они творят? Значит, я буду красным держать. Давайте, давайте, покатили ножи. А где красный шарик? Красный пока держится, отлично. Короче, надо красных держать. Сейчас я его схвачу. Вот так вот буду его держать. Есть. 70. Есть шансы все укатить его. Блин, негодяй, а. Капец. Держу. Нет, не держу. Вот так вот одного схватил. Ты посмотри, какая битва, а? Негодяи какие. Есть. Катим дальше. Катим. Давай. Есть, мы выиграли этих красных. И наконец-то. Наглецы какие красные. Хотели нас удержать, но не получилось. Хо-хо-хо. Итак, финалочка. Из 13 человек осталось... всего 9. И снова покорение вершин. Да что ж такое, как будто других карт нету. Что за дела? Ну что ж, посмотрим, получится ли в третий раз мне добраться до этой короны. Я в первом ряду. Это значит, что у меня есть все шансы. Побегу прямо по центру. Бежим. Так, теперь смотрим, куда шарики катятся. Надо быть очень аккуратным. Ага, отлично. Все пока хорошо идет. Шарики. Ух, как близко. Оу, блин. Фабержешечка. Нет. И еще мячик прилетел. Да что ж такое-то, а? Не получается у меня здесь выиграть, ну никак вообще. Так. Фабержеха первая, да. Ну что ж, ладненько. Не получилось в этот раз, получится в другой. По крайней мере, я заработал кучу монет и 7 уровень. Скоро уже будет 8. Пойдем зайдем в магазинчик, посмотрим, что я могу купить на эти деньги. А я могу купить... Поскольку у меня 2 короны, я могу купить костюм помидора, но что-то как-то не хочется. Могу купить утку, что очень круто, давай ее купим. И сразу же оденем. Вот так вот. Утка с голубиным хвостом. По-моему, неплохо смотрится. Также, если я хочу докупить полный комплект утки, мне нужно еще немножечко монет. Ну что ж, ладненько. Если тебе понравилась эта игра и ты хочешь увидеть ее еще больше, то с тебя лайкос, подписочка на канал, если ты еще не подписан. И увидимся в следующем видео. Пока!